Привет, народ! С вами я, Мороз Алексей. И тема нашего сегодняшнего разговора, хотя скорее вопрос хотел вам задать, потому что понял, знатоков на моем канале большое множество строителей. Вот есть у меня гараж, ребята, прежде чем его показать, он требует отделки. И гараж у меня, так сказать, у него будет много функций, потому что это и мастерская, я там планирую тоже делать какие-то приколы, выкладывать в YouTube, хочу оборудовать под мастерскую, ну и гараж, собственно, и его еще надо отделывать и утеплить. И вот по отделке, утеплению, я вот в тупике, между прочим. Да, кстати, я вам сейчас его покажу быстренько. Вот визуально, вот этот гараж, я его купил, он был высотой как соседний, сварщик мне вот его приподнял. Большие ворота наварить, потому что сразу хочу сказать, ворота здесь большие, с перспективой, допустим, бус или газель, чтобы у меня въезжала сюда. Вот. Тоже вот эти створки ворот тоже надо утеплять, то мы фанеры покроем, вот эти все нюансы. Так, вот зайдем вовнутрь. Видите, так вот был скос гаража. Я вот наварил эту часть, чтобы были ворота пошире, въездные. Вот. Это, в принципе, из металла. Сейчас я там подойду ближе и расскажу. Та часть из шлакоблока. В принципе, вот здесь были какие-то... Это вот шпалы были на полу. Я их выкопал. Вот так вот эта часть шпала. И вот каким-то шлаком засыпан. Но вот здесь бетон. Представляете, на сантиметров 40. Там бетон перекрытие. Потому что есть в этом гараже подвал. Ну вот, хочу вам показать. Да, вот уже продвигаемся сюда. Видите, здесь еще гараж имеет вот такой выступ Г-образный. Здесь такая, в принципе, вот здесь я планирую мастерскую. Стол, верстак. Ну, в общем, отделать хорошо под фанеру. Фанеры USB. Обшить. Хотя, друзья, жду от вас советы, что касается, допустим, стяжки. Потому что у меня еще есть мысли, но я еще только в раздумьях, как отделать свой гараж. Может, у кого-то больше опыта, или своим плохим или хорошим опытом поделится, как отделать. В принципе, здесь можно стяжку сделать, тут можно здесь половой рейки, эту часть. Вот. Да, а вот с кровлей беда, потому что, как я утепляю, допустим, мансарды, а это у нас металлокаркас и металлические листы. Да, я заходил сюда в марте, тут даже была изморозь, вот иней по металлу. А если, представьте, я включу, скажем, зимой здесь обогрев, ну, отопление, калорифер или что-то, здесь вообще будет как в морозилке налет. 5-сантиметровый. Значит, такую схему, как я применяю, навряд ли здесь получится, потому что не удастся сделать вентиляцию. Вот мембрана, куда для выхода воздуха, для вентиляции. Поэтому, не знаю, размышляю, смотрю тоже видео, склоняюсь к утеплению ППУ полиуретана. Жду от вас советы. И, кстати, обязательно, если будут советы толковые, прислушаюсь. И обязательно покажу, как идет отделка гаража. Потому что до гаража у меня руки не доходили, честное слово, но некогда. Сейчас этот вопрос стоит более остро. Вот, потому что под зиму я хочу здесь оборудовать. У меня здесь будет мини-мастерская. Здесь я могу делать какие-то приколюхи из металла. Что-то вам демонстрировать, показывать. Какие-то разборы полетов производить. Здесь мы будем наши братья собираться. Здесь сделаю, может, какой-то уголочек здесь для отдыха небольшой. Ну и так далее. Хочу отделать, в общем, гараж очень грамотно. Вот. Так что, дорогие друзья, вот еще раз покажу подробности. У кого есть какие соображения. Ну, вообще задумки, я хочу USB фанеры потолки подшить. Ну, может быть, даже и стены отделать в такой приятный древесный тон, ну, как USB фанера. Может быть, здесь в этой части из половой рейки, а здесь, ну, стяжку
В этой части стяжку, плитка. Вот. Естественно, с электрикой здесь полный швах. Ее, ну, как бы прямой провод, и вот сопли висят. Ну, с электрикой надо будет разбираться. Это отдельная история. Вон, видите, здесь такие конструкции с соседом. Тут не пойми что, вот, ну, как могли, наварили. Пойду загляну в подвал. Я там, честно говоря, толком и не был. Что там творится хоть? Посмотрю. О, тут вообще. Не, а что? Подвал просторный. Подвал довольно-таки. Вот, смотрите. Это у нас полы. Видимо, швеллера или двутавры. Залитые вот бетоном. Кирпичи, вижу, структура засыпались. Ну, в принципе, перекрытие более-менее. Вон вытяжка верхняя. Все, по-моему, одна внизу. Одна внизу, другая вверху вытяжка. И вот одна внизу, другая вверху. Так вот человек, в принципе, грамотно. Смотрите, большой такой подвал, но песочек здесь сухой, грунтовых вод я не наблюдаю. Это, в принципе, плюс. Да, буду использовать это место как зиндан непослушных кровельщиков, халтурщиков. Я буду сюда сажать в назидание. Или Вася, вот он мне провинится. Я его сюда на 5 суток ареста. Ну что, друзья, обязательно жду ваших комментариев, как можно утеплить и отделать гараж. Я, в свою очередь, постараюсь сделать 2-3 видео, как в этом гараже будут продвигаться дела.